Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Metal Gear Solid 5. И сегодня нас ждет миссия следующая, которая называется «Голоса». Согласно этой миссии, по инструктажу, да, что нам требуется сделать? Спасите Шабани, предводителя детей, которых заставляли работать в шахте. Его забрали в место, известное как «Обитель дьявола», которая находится в промышленной зоне Нгумба. Так, выбираем эту миссию. Точка доступа у нас только одна. Я так чувствую, что нам потребуется вот сюда, вот, наверное, перебираться, да? Выбираем эту позицию. Стандартное наше обмундирование берем. А, знаете, вот что я еще хотел посмотреть. У нас... оружие поддержки, предметы. Так, нет, это не то. Инструменты тоже не то. А вот выбор персонажа, форма. Маскировочный костюм у нас есть. Боевая форма. Вот, что это такое? О, какой забавный дядька. Стандартный маскировочный костюм дополнен пуленепробиваемыми керамическими пластинами, обеспечивает надежную защиту носителя в боевых условиях. Выдается охранникам, если в меню параметра охраны выбрано летальное оружие. Так, ну не знаю, попробуем его. Или ну его нафиг. А вариант головы есть какой-нибудь? Нет. Маскировочный костюм. Такой есть, такой есть. Восстановление здоровья ускоренное. Так, а боевая форма? Такая есть, есть такая, улучшение защиты. Нет, давайте выберем болото наше, любимое. И на этом ограничимся. Все, идемте отсюда. Начинаем миссию. Смотрица. Эпизод 20. Голоса. The target is Shabani. He was the leader of the boys being forced to work at the mine. He was separated from the others and taken away to Ngumba Industrial Zone. The locals call this place Nzoya Badiabulu, the devil's house. Boss, find Shabani and extract him safely. Так, добираться туда будет далековато. Ну что поделать? Ничего не поделаешь. Здесь мы что-нибудь видим? Пулемет вижу. Ой, кто? Спрыгиваем. Так, все, молчунье выдвинулось. О, на 358 километров, метров. Так, а нам надо двигаться вот туда. Давайте будем двигаться. Вертолет летит. Нам предлагается именно так двигаться.
А если мы просто обойдем вот эту гору? Смотрите, вот теоретически можно же обойти. Или по прямой все-таки пройти. Минуя вот этот пост. Analysis complete. Так. Analysis complete. An outpost and a sunken road. Monoko Yanyoka. The snake's mouth. I get it. Looks like that's the only way to the objective area. На единственный путь. Странно. Ну, давайте попробуем тогда с молчуньей пообщаться. Где она у нас? Fire at will. Enemy presence detected. The map has been updated. Как им управлять-то? О, как, смотрите. Ну-ка. Ух ты, ёпарные кексы, зацените. Можно вверх-вниз. Вау, какая тема. Только топлива у нас не хватит. Так, прикольно. Давайте дальше. Мне понравилось. Analysis complete. Так, давайте вот того чувака, который наверху стоит. Слушайте, прям жесть, мне так нравится. А, подождите, а топливо уже кончилось, что ли? О, попал! А, вот он заряжается. Все, я понял. Thanks. И вот этого кекса тоже давайте снимем. Готово. Так, давайте мы, наверное, ее пустим на разведку. Поддержка напарника, шпионаж. А себе возьмем пистолет с глушителем. Опа. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Готов. Ну, в общем, конечно, прикольно, как работает наш протез, но я не очень доволен. Вот этого можно забрать с собой. Вот это мы тоже заберем. Так, а этого в принципе... Давайте попытаем его. Так, еще вы говорите. The map has been updated. Где остальные? The map has been updated. Извини, друг. Тебе не повезло. Так, давайте уходим. Мы его сейчас в мусорный бачок бросим. На помойке истории пусть она окажется. Так, это наша.
Так, отлично. Это тоже наше. Блин, дождь, это плохо. Как здесь часто дожди идут. Вставай. Давай, выкладывай. Готов. Можно было его и убить, на самом деле. Какой живучий гад. Броник, наверное. Так, ладно, давайте идем дальше. Вот здесь вот посмотрим. Так, что у нас здесь хорошего? Ага. Материалы. Материалы, это мы любим. Что-нибудь еще есть? Нет, больше ничего нет. Давайте дальше двигаться. Ух ты. Лекарственное растение. Так, один в шоке. Так, давай, клади их. Analysis complete. Analysis complete. Так, куда вы собрались, ребята? Так, есть. Вот еще один остался. Готов. Так, это наша. Что с этим? Готов. Вот этого берем. Так, что здесь? Так. Кассеты где? Материалы наши. Отлично. Контейнеры. Супер. Тут еще. Эльдорадо. Привет. Так, давайте заберем здесь все. Это мы все сделали. Полетели. 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 Давай, давай. Так, здесь еще что-нибудь есть? Да, вот там вот материалы есть еще.
Давайте заберем. Все норм. Дальше. Здесь что? Здесь чисто. Так, здесь нужно накладную взять обязательно. Где она у нас? Вот. Отлично. И, конечно же, взорвать антенну. Отлично. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Отлично. Давайте дальше двигаться. Что здесь у нас? Бытовки такие прикольные у них. Ну, в смысле, прикольные обычные бытовки. Но, по крайней мере, не колхозные домики, как обычно. Так, здесь проход должен быть. Пулемет стоит. Круто, а как открыть-то? А вот. Не-не-не, куда ты? Да вылазь, блин. Черт. Так, вот здесь вот, может быть, можем пробраться. А вот здесь дверь. Так, и грузовик здесь есть. Давайте его угоним. Хотя, возможно, нужно было ворота сломать. Так, все, готово. Все, довизжался мужик. Так, до мостов грузовика. Еще какая-то бытовка. Давайте здесь посмотрим, пошаримся. Может быть, что-нибудь нужное есть. Так. Здесь непонятно, что, какие-то цеха или что это было. Ну, не важно. Нам важно материалы забрать. Вот здесь еще здание одно. Пусто. Окей. Давайте двигаться дальше. Лекарства соберем. И вот здесь полезем. Так, дождик наконец-то кончился, и это хорошо. Так, прекрати огонь пока. Отлично. Так, давайте двигаться дальше. Тысяча километров нам осталось. Тысяча метров. Километр один. Но, судя по всему, нам придется вот за ту гору идти. Да.
И там, походу, забор какой-то. Сможем ли мы перебраться вот здесь вот по скалам, минуя тот КПП? Мне кажется, что нет, не сможем. Может быть, здесь какие-нибудь данные по расщелинам есть? Нет. Но вообще, если по карте судить, там должна быть дырка где-то. Вот здесь вот где-то. Ну нет, вряд ли. Ну, давай попробуй. Нет. Увы, нет. Ладно, тогда движемся дальше. Analysis complete. Так, ну что, давайте зашлем туда нашу подружку. Так, задание. Поддержка напарника, шпионаж. Так, а пока она шпионит, мы дадим задание нашим бойцам. Так, ну, вот это, например, пусть будет. Unit dispatched. Давайте двигаться дальше. Analysis complete. Какие-то ковбои стоят. Analysis complete. Их там дофига. Has infiltrated and the map has been updated. Analysis complete. Development complete. Я боюсь, что мы назад будем убегать. И поэтому нам придется проходить сквозь, опять же, этот блокпост. Может быть, нам сейчас есть смысл их зачистить, чтобы потом проще было. Но с другой стороны, они же ведь могут... И добавить сюда бойцов. Так, перезарядимся. Так, вот тех двух положили. Этого тоже. Еще двое остались. Ну давай. Клади его. И еще одного. Все готово. Так, давайте возьмем пистолетик. И выдвинемся. Тут я смотрю, у них еще и контейнеры стоят. Ну, в общем, все как мы любим. Давайте соберем. Улицу раздавался храп дровосека. Так, полетел. Летел. Это мы собираем. Так, что тут у нас? Хорошего. Ничего. И здесь ничего. Давайте попытаем-ка их. Черт. Так, давайте вот этого тогда будем пытать. Вставай. У
Ну-ка, выкладывай. Значит, ты умрешь, если тебе нечего рассказать. Что тут у нас? Тут у нас ничего. Вставай. Говори. Извини, друг. Ты оказался не в том месте, не в то время. Analysis complete. Вставайте. Давай, говори. Вот это хорошо. Отлично. И давайте вот это. Давай, вставай, сволочь. Вставай, гаденыш. Выкладывай. Все, до свидос. Пойдемте брать карту. Так, отлично. Вот здесь вот смотрим. На карту вообще не очень похоже. Больше похоже на какой-то документ. Intel file obtained. Так, разведданные. Looks like a map to the objective area. It's on your iDroid. Так, отлично. Одна шестая задание выполнено. Цветуёчки давайте пособираем. И что-нибудь еще здесь осталось у них? Наверное, больше ничего нет. Я так подозреваю. Нет, здесь пусто. Так, ну что ж, окей, карта. Давайте двигаться дальше. Вот сюда. Так, вот она, дорожка наша, которая на карте. И давайте тогда двигаться дальше. Я так понимаю, что это вторая стадия начинается задания. И здесь, соответственно, Extraction arrived at Mother Base. Уже сейчас все по-другому пойдет. Plant expansion complete. Так, вот сюда вот давайте. Прям так, что там показалось, что там бык стоит. Думаю, фига себе, мы еще никакого ни быка, ни буйвола не видели. Ну нет, мне показалось. Блин, как далеко еще бежать. Так, нам бы вот, наверное, в гору надо подняться туда. Посмотреть, что там в горах. Ну и, естественно, запустить молчунью на разведку. Но это поближе, когда мы уже подойдем, запустим. Enemy presence detected. The map has been updated. Так, какой-то патруль, что ли, идет? Ну-ка, давайте посмотрим. They even got a guard post there. Security sure is tight. I guess they don't want anyone poking around. Analysis complete. Analysis complete. Так, караульный пост. А нам через караульный пост придется проходить. Ну давайте тогда сделаем заказ. Поддержка напарника, шпионаж. Please select a deployment point.
Так, ну здесь, я так понимаю, мы не проберемся. Или все-таки проберемся? Нет, наверное, нет. Наверное, придется через вот этот аванпост проходить. Караульный. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Так, ну и что дальше? Проникло. А дальше что? Ну, надо снимать, ребят. Где ты? Возвращается назад. Там еще трое. Что-то нам, мне кажется, совсем не в том месте, где бы нам хотелось. Задание, поддержка напарника. Огневая поддержка. Вот здесь вот пусть она будет. А в какую точку-то? А, вот там вот. Ну да, это логично. Она повыше. Хотя, может быть, вот туда было бы еще лучше. Видимо, она туда не может перебраться. Давай, прикрывай. Все, пошли. Готово. Такс. Блин, здесь ворота прям. Это жесть какая-то. Вставай. Хватит стрелять. Дай с человеком поговорить. Выкладывай. Еще выкладывай. Где остальные? До свидос. Так, давайте вот этого заберем. Так. Вставай. Давай, давай, вставай. Выкладывай. Извини, друг. Так надо. Так, ну что, пойдемте дальше. Так, ворота мы открыли, но самое прикольное, что здесь можно проползти вот здесь вот вверх. Так вот банально. Зачем ворота нужны, я не понимаю. Я всегда не понимал, зачем нужны в чистом поле ворота. Вот это вот очень похоже на то, что в чистом поле будут ворота. Возможно, на обратном пути, когда будем уходить, сюда забраться нельзя будет. Так, давайте ее скомандуем, чтобы она поискала нас. Так, шпионаж. Так, что-то я не понял. Мы же его уже обошли. Или тут еще один караульный пост? Mist. Supposedly the valley up ahead is covered in mist almost year round. The objective area is beyond there. Туман. Туман ничего хорошего нам не даст. И чувствую, нам придется столкнуться с черепами. Так,
Как нам перебираться на ту сторону? Непонятно. Так, ну вот бойцы там стоят какие-то. Через долину? Extraction arrived at mother base. Внизу, что ли? Ну, зашибись. Давайте попробуем вот здесь вот подняться. Здесь какие-то ступеньки есть, похоже, что можно наверх подняться. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Что там? Какие-то хижины. Музыка какая-то зловещая. Ох, не люблю я такие музыки. Так, что это у нас? Мост? Или что это? Бриллиант тут. Нам туда наверх надо. И там еще какие-то бриллианты. Так. А дальше-то куда? А дальше вот там вот дорога идет. Понятно. Давайте секанем их всех. Analysis complete. Ага, надувной чел тут стоит. Ничего не слышно, что они говорят из-за воды. Analysis complete. Ну так говнюки все вроде. Давайте попросим. Что-то она очень долго там обыскивает все. Поддержка напарника. Так, огневая поддержка. Вот здесь. Давай, выдвигайся. И сейчас будем... Ага, вон она, наверху. Один, второй, enemy presence detected. Третий. Давай этих мочи. Ну, с другой позиции будет стрелять, что ли? Куда она идет? Да, с другой позиции. Ну давай, клади. Есть. Следующий. Давай, давай, давай. И еще один. Ладно, этого мы сами положим. Так, теперь надо как-то слезть. Есть.
Алмазики. Analysis complete. Ну, давайте заберем его. Sun will set shortly. Ну-ка, давайте попытаем. Subject on board. Leave the rest to us. Давай, говори. The map has been updated. Готов. Так, река. Вставай. Говори. Говори. Так, давайте сюда заберемся. Вот алмазики здесь. Ох ты, боже мой. Это что, это койот? Жесть какая. Так, ну что, надо двигаться дальше. Только единственное, наверное, нам нужно будет здесь глушитель такой, здесь такой. У нас не осталось почти для эвакуации предметов. Давайте сюда. Quiet. Analysis complete. Так, давайте его обнимем. Выкладывай. Готов. There's a cliff blocking the way to the objective area. You'll have to take the path. Analysis complete. Ну-ка, вставай. Так, что здесь у них? Радио. Так. Внедорожники у них там, да? Давайте Молчуню попросим переместиться. Please select a deployment point. Вот сюда. Так, прям пещера какая-то, Али-Бабы. Али-Баба, блин, 40 разбойников. Стрёмно как-то. There's a lot of erosion in that tunnel. Could come down any minute. Watch your step. Супер. Значит, обвалится, если может обвалиться.
objective area. Now look for the target. I just hope he's alive. Так, давайте попросим поддержку шпионаж. Please select a deployment point. А сами спрячемся вот сюда. Интересно, как отсюда выбираться-то вообще потом? Buddy has infiltrated and the map has been updated. Что-то никого нет. Очень подозрительно. The map has been updated. Так, давай прикрывай меня тогда. Поддержка огневая. Please select a deployment point. Вот сюда. Так, поползли потихонечку. You have arrived at your destination. Так, куда нам дальше идти? Неизвестно, да? Джип стоит. Еще один джип. Так. Воду мы, пожалуй, обойдем на всякий случай. Нет, ну а что дальше-то делать, я не понимаю. Так, тут обрыв у нас. Видимо, вот в это здание нужно идти. Так, вот там дверь. Да, чую, сейчас как бы выскакивают на нас, и все. И трындец. Тут кровища какая-то, смотрите. Да, ничего приятного здесь нету.
Так, вот мальчик, похоже. Ой, какой кошмар. Какой-то чип, наушник. Магнитофон. Ой, какая гадость. Extraction arrived at mother base. Так, что делать-то? Ну и как его искать? Вот мальчик. Такой же. Какая жуткость. Убей меня, просят. Опа, череп. Сигнет обанетод. Любой брек, ебан. You. Это ты, блин, ты. Burn with the rest of them. О май гад. Началось. Блин, что делать? Get the fuck out of there!
the chopper touched down past the tunnel. Get over there now. Да, конечно, круто. Бежи. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Тоннели, естественно, там. Остановить? Как его остановить? Давай, иди сюда, сучонок. Бегом. Вставай. Сволочь идет опять сюда. Все, валим. Вали, вали, вали. Фух. Development project has been added. Mission complete. I guess it all worked out in the end. Жестко. У меня прям вообще все пересохло во рту. Я прям вообще не могу. От жары. Это просто какой-то кошмар. От этого кекса бегать. Я его не взлюбил с самого начала. Skullface. So he was in Africa after all. Working behind the scenes, even that man on fire at his beck and call. But what the hell was going on at the devil's house? Earphones embedded in people's throats, tapes playing voices. And those lumps on their chests, they looked like the ones on the bodies at the oil field. The man on fire burned everything to the ground. But we were recording audio the whole time you were there. We'll conduct a thorough analysis of it. Главная база Сейшелы. Детишки плачут.
Печально. Skullface is working through PFs in the region. Anyway, it just so happens a job connected to this inspection has come in. Take a look at your iDroid. Так, ну как всегда, новое задание нам дали. Ну это логично. О, какая-то анимешка тут. Соберем ее. А детишки куда-то, кстати, сюда ушли. В этом направлении. Может быть, их логово где-то здесь? Где-нибудь вот тут. Сказали же, что они будут отдельно жить. Вот в каком-нибудь таком ангаре. Да нет, наверное, просто их куда-то поселили и все. Ну что ж, да, сегодня такая была серия, прям ух, как говорится, нетрадиционно стрелятельная. Вот, поэтому будем продолжать с вами в следующий раз. Сейчас вызовем вертолетик. Тэнкс, пусть летит. А мы посмотрим, что у нас тут еще интересного есть. Так, получить награды. Отлично. Гиеновидную собаку мы поймали. Аудиокассета у нас есть еще. Как эта музычка. Где у нас? Понятно. И еще две здесь. Давайте послушаем. Boss, about those invalids you saw in that devil's house. Poor bastards. All strapped down to the beds with those lumps on their chest. The medical staff tell me they were probably a type of cyst. Cysts can get that big? In some cases, yes. But supposing they're a kind of atheroma forming on the surface of the skin, the size is just too big, and the appearance is all wrong. In the end, the medical team were at a loss. Those lumps were like nothing they'd ever seen. The fluid you said you got on your prosthesis when you touched one was burned off in the fighting, and the factory burned down too. None of the tests we did once you were back at the base revealed a pathogen that could have caused them. Meaning we don't have a single sample to work with. Everything went up in flames. What worries the medical team most is whether it's contagious. Whether there's a chance we could end up like that. And? Mother Base's sanitation control has always been strict. After all, war is great at transporting diseases. For the time being, at least, there's no sign of contagion or any symptoms that could be related. One more thing. About the surgery that had been performed on the people in the Devil's House. Yeah? You said that their throats were cut open, with an acoustic tube pushed inside? Right. The tubes were hooked up to tape recorders, playing some kind of audio. Well, we picked up some of that audio through your radio transmissions and recorded it here. The intel team has been working on analyzing the communications log. What have they found? There's nothing tying the contents together. We've got a report on three deaths in a car accident on the auto route near Marseille. Protests outside the Libyan embassy in London. A press conference with the former Prime Minister of Sweden. A four-month-old weather forecast for Balikpapan. And then commercials for appliances, cough syrup and TV dinners. Assuming they're not all staged, they come off as recordings of your average public broadcasts. Public broadcasts? Just radio and TV signals? Yes. And from all over the world. We're looking into whether they're genuine or not, just to be sure. What else? A speech that sounds like it was recorded out on the street.
and people chatting about how this year's tomato crop did. And there's nothing they have in common? We're partway through the cryptanalysis. That includes checking all audio ranges and running it backward and at different speeds. Then there's vocabulary breakdown for political suggestions, ideological common points. But I don't think it's gonna get us anywhere. Where were the recordings made? There's nothing linking them from that angle either. Just like you reported, we've detected virtually every major language there is. French, German, Italian, Spanish, including South American accents. Then there's Russian, Hindi, Arabic, Portuguese, Mandarin, Cantonese, Japanese. They're nothing if not thorough. Well, I don't know if we've got them all covered. Ignoring the ones that have gone extinct, supposedly over 5,000 languages exist today. Besides, English isn't one of the ones we picked up. Really? English? I know. Only 5% of the world's population is a native English speaker. But when you factor in those who've acquired it as a second language, nearly one-third of the people speak it. The world's dominant lingua franca. You gotta figure they had it somewhere among all the languages in that place. No English. Bear in mind, we didn't hear everything that was played in that room. We couldn't isolate the more distant sounds due to static and the... Well, the program could have been set to change every day. In a nutshell, for reasons unknown, people in that room with a common medical condition were made to listen to recordings in languages from around the world. It's not clear how the growths on their chests fit into it. It could have been treatment for them, or maybe an experiment of some kind. I'm guessing one person knows. Yeah, Skullface. He was there. The only thing we can say for sure is that he's involved. Вот так вот. Так, и еще где-то должна быть одна запись. А, нет, все, это две записи, которые у нас были. Ну, отлично, вертолет уже прилетел, давайте заберемся туда. Ну все, мы взлетели. Сейчас тогда посмотрим, что у нас по строительству, по изучению, по прочим вещам. Я смотрю, нам денежек насыпали немножко. Так, награды. Собираем награды. Можем построить под платформу поддержки. Так. Ну, я бы предпочел на самом деле построить платформу развития базы. Для того, чтобы ее построить, нам нужно 48 тысяч горючего. О, у нас их намного меньше. Ладно, тогда давайте хотя бы построим то, что нам предлагают. Платформу поддержки. Тем более, что строится она будет аж 4 часа. 4 часа игрового времени, то есть это реально долго будет строиться. Окей, давайте посмотрим какие-нибудь задания, какие мы можем выполнить внешние. Давайте вот этот выберем. Окей. Так. Ну и следующая миссия у нас. Так, список миссий. Военная экономика, то, что нам предложили. Делать мы ее будем с вами в следующий раз. Всем большое спасибо, что смотрели. Приходите еще, будет много всего интересного. Серия была грустная. Надеюсь, дальше будет как-то более ободряюще. Но, судя по всему, на многое рассчитывать не придется. Пока-пока.